Добрый день, уважаемые друзья! Рады вас приветствовать на нашем канале. Сегодня мы поговорим о исследовательском центре группы компаний Target Agro. Ознакомим вас с результатами уборки кукурузы. Это видео будет полезно для сельхозтоваропроизводителей. Демонстрационный участок исследовательского центра группы компаний Target Agro территориально находится в селе Толстовка Тамбовского района Амурской области и действует уже третий год. На участке производятся испытания сортов и гибридов основных сельскохозяйственных культур, возделываемых в Амурской области – зерновые, соя, кукуруза. Задача исследовательского центра – провести сравнительную характеристику изучаемых сортов и гибридов, показать перспективу данных сортов и гибридов для сельхозтоваропроизводителей в регионе, изучить их востребованность для последующей реализации семян лучших сортов и гибридов. Общая площадь участка составляет 12 гектаров. С перспективой увеличения на следующий год до 37 гектаров. На исследовательском центре в текущем году проходили испытания 9 сортов зерновых культур, 25 сортов сои и 28 гибридов кукурузы. В линейке испытаний были представлены гибриды кукурузы с FAO от 140 до 250, в основном зернового назначения, как зарубежной, так и отечественной селекции. Все гибриды выращивались на одном агрофоне. Это 200 кг на гектар азотно-магниевого удобрения и 150 кг на гектар амафос. Средства защиты растений вносились с помощью наземного штангового опрыскивателя и БПЛА дронами. Амурская область находится в зоне рискованного земледелия, поэтому в течение периода вегетации наблюдались как периоды засухи, так и кратковременного переувлажнения. Для снижения факторов внешней среды применялись антистрессовые препараты и подкормки минеральными удобрениями. Уборку гибридов кукурузы на исследовательском центре проводили 15 ноября. Температура воздуха была минус 6 градусов. На момент уборки все гибриды созрели. 4 гибрида показали урожайность свыше 100 центнеров с гектара, 5 гибридов от 80 до 100 центнеров с гектара и 11 гибридов от 60 до 80 центнеров с гектара. Наибольшее количество, 12 гибридов, было предоставлено компанией КВС, с которой мы сотрудничаем уже давно. Средняя урожайность по гибридам составила 77 центнеров с гектара с колебаниями до 106. Средняя влажность при уборке составила от 17,5 до 21%. Прекрасные результаты у гибрида Allegro. Урожайность 130 центнеров с гектара, влажность зерна при уборке 19,4%. Натурная масса 669 грамм на литр. Этот гибрид доказывает, что и более поздние гибриды могут выращиваться в нашей зоне. Агроянос FAO 240 – это универсальный гибрид зернового и силосного назначения. Лучший выбор для животноводов. Урожайность 106 центнеров с гектара, влажность зерна 22,7, натурная масса 679. Гибриды компании Massis в этом году были впервые испытаны не только на демоучастке, но и на производственных посевах нашего структурного подразделения Target Agro Семена в Серовском районе. Показали неплохую урожайность от 65 до 85 центнеров с гектара. Группа компаний Target Agro постоянно расширяет сотрудничество с различными поставщиками семян гибридов кукурузы на рынке России. В этом году достигнуто соглашение о сотрудничестве с отечественной компанией «Золотой початок». За более подробной информацией обращайтесь к специалистам группы компаний Target Agro. Мы поможем вам подобрать наиболее эффективные гибриды кукурузы для вашей зоны возделывания, систему защиты растений, систему минерального питания, обеспечим своевременную поставку семян, средств защиты и удобрений, а также на весь период выращивания культуры обеспечим агросопровождением.